Ну что, в компьютер такой? Не. Не было коряк, чистый салют. Ну. Можно с вами сесть? Конечно. Ты все знаешь. Обезнили это? Вы что, тупые бананы? Очень, зачем? Поднимает иммунитет без силы, чтобы... Игорь, вот. Игорь, нужна кровь. Где? Здесь и сюда. А что больше чужие? Нету? Ты кушал во сколько часа? Час. Но энергия нету? Энергия нету? Голодный? Нет. Или только нервы? Банально. А что больше? Потом? Нет. Что можно? Или нельзя ничего? Серьезно? Надо вот как раз великий Матвеевич. Батарею умом не понять, аршину мочью не измерить. Их особенно искать. Батарею можно только верить. Батарею мы вообще верим. Батареи так работают вообще. Понял, да? Не знаю, что-то заглянул вчера в это. Когда при свете тренируетесь, да? А ты видел? Они все время в 17 еще, да? Понимаешь, разница? Такая атмосфера лёгкого, лёгкого интима. Релакс. А мы светло и темно. И в тени. В тени это все. Это же Виталичек, ты меняешься. Вопросов нет никаких. Да не, на шести нормально, ничего. Ну вот я говорю, на шести нормально. Так, как вот это будет? Какие-то, видишь, все как будто квадратиками. Ну это вот, я не знаю, это из-за прошивания? Да, вообще, это дорогой. Звоните не будьте. Мар, готов? Обеда и тренировка пройдет. По дороге по атаке. Помните. Эй? Малыш. Поехали. Готов. Готов. Максим, в другую сторону. Поехали. Серега, можешь сказать?
Пойдем. Я думаю...